Всем добрый день! Приветствую вас на канале. Этот день был очень замечательный, спокойный, позитивный. Все дела я переделала и ничего не предвещало неприятных событий. Как вдруг я заметила, что на балконе кто-то шевелится. Попыталась выгнать, это была синичка, но она не захотела улетать и прошмыгнула в приоткрытую балконную дверь, которую я не успела закрыть, а затем быстренько под натяжной потолок. Что я пережила за этот день, за эти сутки, я даже вам не расскажу. Я перерыла весь интернет, как высвободить птичку, бедная, она же погибнет там. И я очень ошибалась, поскольку там была вентиляция, и она себя очень вольготно чувствовала. Во-первых, было тепло. Накануне она поела семечек, и жир был. Я накладывала им жир. Вот. И она ни в какую не захотела улетать. Что я только не делала. И звуки, и пугающие, и привлекающие. Пришлось снять лампу дневного света, чтобы как-то посмотреть, вдруг она там бедненько задохнулась. Ну, я очень сильно ошибалась. И в итоге я, конечно, решила, думаю, ну, пусть не будет, что будет. Сама залетела, но что я могу сделать? Не менять же в натяжной потолок. И я оказалась права, потому что она устроилась на ночлег. Всю ночь переночевала. То есть на люстре она там устроилась. Там, видимо, тепло, ей нравилось. Все, думаю, ну что же делать, что же делать? У меня беспокойство. Думаю, ну все, она, наверное, там умерла уже. Утром. Сейчас время просыпания птиц немножко запаздывает, поскольку туман и прохладно. Они просыпаются теперь где-то в начале восьми, где-то даже к девяти ближе. Ну а моя синичка, она где-то в десять начала бегать по всему натяжному потолку. Думаю, ну что же она, не может вылететь. И оказалось, что в принципе она очень хорошо ориентируется во всем. Она очень хорошо исследовала это пространство. Ей, видимо, понравилось. И вылетела целехонько и невредимо. Я, конечно, была рада больше, чем эта синичка. Поскольку для меня было бы очень много проблем, если бы она погибла. И моральных, и материальных. Вот. Что я могу сказать из этого? Вот она вылетела, реально попросилась, чтобы я ее выпустила на балкон. Села на спинку стула на балконе, посидела. Я быстренько насыпала, конечно, семечек. Я думаю, господи, какая молодец, вылетела. И она, значит, такая вся взъерошенная, полетела. Вот такой случай. Имейте в виду, что если птица залетит то под натяжной потолок, вытащить ее оттуда очень сложно, если она сама не вылетит. Но ощущение, когда по потолку кто-то бегает, ты даже не определишь, что это птица. Такое ощущение, что мыши или крысы. Такой топот идет, и видно только ножки, так они как проявляются на потолке. К сожалению, я это не сняла, потому что я была сильно расстроена, переживала. Вот. И только где-то к вечеру я успокоилась и уснула, потому что ну, что я сделаю? Тем более я снимала ее и увидела, что она сидит. Она сидела, никак на меня не реагировала. Я камерой светила, свет включала, она не реагировала, она как застыла. Потом она, смотрю, улеглась спать. Ну, замечательно, я тоже легла спать, а утром вот такая ситуация разрешилась, чему я была очень рада. Синицы, конечно, очень осторожные и довольно хитрые, но это заставляет их жизнь быть такими, потому что хищников очень много. Они очень маленькие, ранимые, нежные. Их в руки-то брать нельзя, потому что можешь косточки повредить им. Вот такие птички.
разумная достаточно. Получается, что она у меня потолок сняла на сутки. Ну, конечно, без оплаты. Бесплатно называется это. Бесплатная аренда. Вот. И я теперь пересмотрела, конечно, все отношения. Буду немножко их на расстоянии держать, потому что потом проблем не оберешься. Пусть живут в дикой природе. Иначе приучишь эту синичку, и потом что с ней делать? В клетку сажать. Вот это я абсолютно не люблю. Вот такой случай. Теперь я дверь балконную, конечно, буду держать строго закрытой. Да и балкон тоже. Потому что я посмотрела, холодно на улице, и они во все щели забиваются. Синицы. Я очень рада, что все закончилось благополучно. Смотрите видео до конца, ставьте лайки на первых 30 секундах, подписывайтесь на канал и большое спасибо за участие в формировании канала. Будьте здоровы!